Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вот о такой Android CarPlay Box. Я уже использую давно. Это Android 9. Вот это идеальный вариант. 4G также я попробовал, поставил сим-карту. Все работает, интернет работает идеально. Здесь 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт. Android 12. Также я вот у них, у этих моделей, заказал Android 13 с подсветкой, крутой подсветкой. Скоро получу и также сделаю обзор. Давайте подключим вот это. Так, здесь, ну, как обычно, Type-C, SIM-карта, SD-карта. Здесь остался инструкция. И два вот таких коротких кабеля Type-C USB и инструкция. Так, подключаем. Так, подключил. Ждем. Как раз посмотрите загрузку. Не так, чтобы быстрее, нет. Может быть, не знаю, Android 9 быстрее, чем этот. Не знаю. Может быть, может это не знаю. Давайте еще раз, потому что это как бы долго получился. Давайте еще раз считаем. Блин. Что-то долго. Ладно, в конце также Android 9. Будем протестировать время загрузки. Но это что-то долго, два раза. Так, давайте подключим мышку, чтобы удобно было подключиться. Здесь меню вообще другое. Вот посмотрите, как здесь реализовано Wi-Fi. Можно менять язык, там Bluetooth, Application. Здесь, когда нажимаете More, то есть попадаете в настройки именно Android. Давайте подключим. Так, нужно сюда нажать. Вот. Нажимаем вот эти обе кнопки, держим. Так, друзья, все подключили. Значит, здесь ниже есть вот Boot Up. Вот это я говорил. Здесь уже Android 12, и вы можете ставить при загрузке, какая программа автоматически загружается, то есть включается. Это хорошая функция. Здесь вот можно ночной режим и дневной режим. Курсор. Feedback, factory settings. В общем. Wi-Fi выключен. Как обычно, здесь тоже голосовой. Вот можно поставить голосовой навигационный звук. И так далее. Как обычный Android, друзья, вот установленные программы. Это нажимаете, выходит вот сразу в это меню. Здесь есть CarPlay, есть Android Auto. Это установленные программы. Здесь все, я только установил Яндекс.Музыку. И навигатор. Остальное все здесь есть. Вот Netflix. Так, далее. Здесь последние программы, которые вы запустили.
Wi-Fi подключен, также есть Bluetooth. Допустим, вот. Так, также вот давайте подключим YouTube. Так. Также здесь есть можно разделить экран, друзья. Вот это можно сбросить. То есть вот все программы закрылись. Здесь меню автомобиля, разделение экрана. Здесь открытое меню. Какие программы сейчас вот работают. Удалить все, закрыть. Допустим, навигация, и разделяем экран с YouTube. Вот, выбираем программу. Вот первый экран и вот второй экран. Также вот разделение экрана очень классно, очень круто работает. Все, друзья, ссылку оставлю в описании, вот на этот. Ссылку оставлю в описании. Это, как я уже сказал, 8128, Android 12. В конце давайте посмотрим загрузку на этот. И на этом все, друзья. Все ссылки оставлю в описании. Всем спасибо и удачи. Так, давайте посмотрим и сравним Android 9 с Android 12. Пошел время.